Завтра, 19 июня, исполняется ровно 10 лет, как я зарегистрировался в YouTube. Сейчас посмотрим, что мы за канал, что он себя представляет. Заходим, значит, в нашу эмблемку. Мой канал. Так, вот это так выглядит мой канал. Как я его вижу, по крайней мере. Значит, что мы тут имеем? Все записи так, значит. Так. Ну ладно, сначала так. Главное. Потом идет видео. Тут, значит, все видео расположены, которые были. Ну и так далее все. До глубины веков. Все мои выкладки. Так, не успевает видео обрабатывать. Сейчас доберемся до первых. Вот внизу вот это самая первая запись моя. Тут их три штуки. Вот в один день были 20 числа сделаны. 9 лет назад. Видите, 9 еще. Два дня не хватает, он 9 пишет. Так, значит. Дальше идет у нас плейлисты. Не знаю, что это такое. Так, значит, каналы. В каналах это, значит, у кого я подписался на просмотр данных товарищей. Ну вот все. Немного обсуждения. Тут тоже ничего, один человек написал только о канале. Ну что о канале, то, что я тут просили написать, зачем оно вообще есть. На канале пытаюсь показывать, что происходит в моей жизни, какие-то события в жизни, где был свидетелем происходящего, получение посылок из-за границы, пополнение коллекции грампластинок с озвучиванием первых композиций пластинки. Правда, иногда робот выключает звук фонограммы по требованию правообладателя. Так. Понятно. Справа мы имеем, вот пишет дата регистрации 19 июня 2010 года. В наличии 291 706 просмотров. Так, значит, дальше, значит, куда еще пойти? Где-то тут интересные вещи есть. Захожу в настройки. И что мы тут видим? Первое, это значит дата моей регистрации 19 июня 2010 года. Ну и дата съемки. Завтра я буду на работе на сутках, так что сегодняшним числом все будет идти. Так, вся информация здесь вот в этот период идет. Так что мы смотрим видео, было сколько сделано. Ну, тут диаграмма дается. Самые есть пиковые. Видно штрихи так вот. Тяжело поймать. Где-то тут вот. Ой, плохо. Ну, где-то много там, короче. Так, вот тут идет конкретная распечатка. Всего просмотров сделано за эту... За 10 лет 322 625. Ну, время просмотра общее получается. Дальше что? Самый популярный видео было у меня. Это 19 169 просмотров. Это касалось вот... На картинке видно, как клеем ПВА очистить пластинку. Злободневная тема была в свое время, как подготовить пластинку к записи. Ну, более действенный способ, чем там мойка, там траливали. Попробовал несколько раз, получилось нормально. Так, ну, многие заинтересовал этот способ. Дальше идет, значит, на втором месте это моечная машина.
Германия приобрела, правда, самому не получилось, через троих человек пришлось. Одного попросил, это его друг, в Германии живет. Он меня свел, я ему деньги переслал, он все сделал, прислал мне сюда, так как у нас торговли с Германией тогда не было, никак не мог купить. Вот, значит. Но просмотров было больше, видите, это 1451%. А, нет, не процент, просмотров. Много. Дальше идет, значит, на третьем месте это посылка была. Несколько штук, значит, США, Япония, Россия. В один день пришли, я получил. Но на данном кадре видно, коробка с Америки, она где-то сантиметров 15 была высотой. И внизу лежала всего одна пластинка. Ну и умудрились эту коробку где-то в лужу поставить. Внутрь попала вода. Весь конверт пластинки перекоробило начисто. Сама коробка вмятая была, ну, в общем, трагедия. Пластинка-то хорошая, новейшая была, но конверт пострадал насмерть. Дальше. На четвертом месте у нас идет проигрыватель Marantz. Тоже народ интересовался. С этим проигрывателем купил из тангенциальным тонармом. Очень интересная. Сам идет ровненько. Опускается, доходит до конца, поднимается, уходит. Но потом через какое-то время, через несколько лет он тонар стал подходить к пластинке, но опускаться не стал. Пришлось покупать другой проигрыватель. Ну и на пятом месте тут идет новый проигрыватель, который купил. Сейчас он стоит $1000. А тогда его за 25 купил в Японии. Правда, доставка вышла где-то в 8000. Но все равно по нынешним меркам это дешево. Ну и уже пике тут 12 тысяч просмотров. Это была Тони Даниэль, саксофонист. Приятные мелодии. Ну, как тогда считалось, эротическими. Ну, приятно. Просмотров много оказалось. Вон, 1000 просмотров за это время. Ну и после него идут памятные монеты из Великобритании. Тоже заинтересованный народ был. 11 тысяч просмотров. И 287. Ну, дальше все по нисходящей идет. Меньше. Самое меньшее это... А, пластинка, наверное. Понятно. Ясно. Можно было вот так вот пройти и смотреть, что это было. Вот орган. Такая эффектная девушка на обложке. Ну, 1300 просмотров, это хорошо. Так, это вот монеты у меня пришли. Английские. Португалии покупал. Хороший магазинчик, кстати. Ну и вот так вот. А это снимал наш университет, ансамбль бального танца. Мне знакомый там парнишка участвовал. Вот уже съемки хорошие танцы были. Ну ладно, с этим вот. Так, источник неинтересный. Местоположение вот самое интересное. Кто смотрел мои видео? Сейчас зарядится, посмотрим. Так, тоже тут есть пиковые значения. Вот самый пиковый, это здоровенный. Так, попасть тяжело, мышкой вести. Так, 151. Ну, значит, 151. Где-то 200 вроде получалось, когда не помню. Ладно, бог с ними. Были всплески. Ну, что мы имеем? Просмотры. По России... Больше всех, естественно, раз на русском языке. На втором месте Япония, Украина, Индия, как ни странно, 3679 просмотров. Соединенные Штаты. Ну, тут вот у них тоже 1000 просмотров, но они еще подразделы есть. Нажимаем, получается у нас Калифорния смотрела 64 раза, Нью-Йорк 10, Авайя 10, Орегон почему-то 0. Но он есть. Так, возвращаемся назад.
Так, идет у нас по Германия 1166. Ну хорошо, Казахстан 865 смотрел. Франция, Беларусь. Это маловато смотреть Беларусь. На уровне Бразилии. Тоже иностранцы, можно сказать. Дальше Тайвань 217. Корея хорошо также смотрела. Испания, Польша, Молдова, бывший наш народ. Чуть получше Мексики смотрели. Великобритания смотрит. 102. Канада. Таиланд 91. Италия 78. Так, его. Греция 74. С Португалией на пару. Израиль почти что рядом. Арабы тоже чем-то интересовались. Музыку чужую слушали. Турки. Мусульмане, которым не положено слушать верующим. Так, значит, Гонконг с Нидерландами на пару. Киргизия с Чили на пару почти. Пакистан, тоже мусульманская страна. Тоже слушает хорошо музыкальный народ. Швейцария 49 с Румынией на парочку. Сингапур, Австрия, Венгрия. Латвия по 40 почти что. Грузия. Музыкальная страна, но что-то мало смотрели. Ирландия на пару. Болгария 33. Перу. И то далеко, но смотрели. И слушали. Сомали. Черные наши братья. Что-то тут узрели у меня. Индонезия. Литва. А это мало интересующийся народ какой-то. Филиппины. Египет, Аргентина, Судан, Марокко, Норвегия, Словения. Ну и кто у нас меньше всех слушал? Ну вот, Марокко, Норвегия и Словения. Меньше 14 раз смотрели за все 10 лет. Дальше самое интересное, это возраст зрителя. Процентовка идет. Ну так вот, столбик, если посмотреть, от него так раскладывается. Значит, 18-24 года это где 11%, почти 12%. Но самый основной слушатель это и смотритель 25-24, самый пытливый народ, как говорится уже. 35 это уже семейные, у них меньше времени по компьютерам лазить. 45-54 предпенсионный возраст, тоже озабоченный другими делами. 55-64, тоже почти 11. Ну и тут вот народ выше 65, это уже можно сказать пенсионеры, но еще всех бы обучили компьютерам, было бы лучше. Там у меня знакомый там Вылонин, 80 лет, он туговато. Сколько долго я ему объяснял, чего, как научил, потом он там у себя в Москве. Тоже у ребят познакомился, спрашивал, там натаскали, теперь там диски сам пишет себе, сборники делает мощные там. Так, ну это вот диаграмма, если смотреть вот по этим. Ну, в принципе, то же самое. Что ты сейчас? Пол зрителя, ну, у нас два пола традиционно остается. Значит, женщины это почти 10%, и мужчины 94%. Так, что значит даты какие-то тут? Посмотрим. А, дата это всплески, значит, когда сколько. Ну, вот по всем этим просмотрам, сейчас сделаем больше-меньше. Так, вот получается 19 февраля 2015 года за один день 685 раз посмотрели. Что их так сподвигло именно в этот день? Все накинулись и вдруг давай смотреть. Значит, 11 апреля в 13 году поменьше было, 300. И потом идет уже дальше почти что все время 200. Как посмотрите, 200. Чуть-чуть так меняется. Среднее число 200 человек, грубо говоря. Ну, вот такой вот просмотр получается. Так, это выключаю. На страничке ваш канал можно посмотреть все видео, которые у вас в наличии. Сейчас посмотрим, что у меня, как это выглядит. Так, ну чтобы побольше было, мы
Убираем эту. О, теперь пошире. Так, ну вот тут видно все. Видео на канале. Что тут мы имеем? Тут можно править. Видео. Видно, что показывает, кто смотреть может. Тут мне жалобу всадили за мелодию. Подробнее. Проверьте. Вот так. Это они одну мелодию нашли, которая вот в этом месте. Они ее обнаружили, которые хозяева есть. Ну, а дальше они как будто и ничего не заметили. Хотя тот же исполнитель играет того же времени пластинки. Аж им непонятно, как придираются они. Так, дальше что, значит, дата 15 июня публикация. Просмотров уже 26 за это время. Комментариев 10. Ну, это предыдущий, так как можно смотреть, любую поправлять. Тут вот я... Жалоба на нарушение. Я думал, может, русскую мелодию поставлю. Но то же самое. Фирма «Мелодия» предъявила претензии на песню. Вернее, на мелодию. Там или песню, не помню уже. Здесь гимн Великобритании вставил. Тоже хозяева есть. Вообще муть какая-то. Ну, если глубже смотреть, там были претензии, а со временем они куда-то я посмотрел, все пропали. По случаю 10-летнего юбилея предлагаю праздничный концерт из заблокированных видео. Значит, ну, заблокирована была вот такая. Здесь они 5 вещей заблокировали. Вторая, значит, у нас будет вот это. Несколько коробок. Так, тут француженка, американец и Пол Маккартни. Так, а третья, так они вообще поначалу весь звук отключили, а потом мы совсем его прихлопнули. Так что вот это вот. Вот она вот так вот выглядит. Заблокировано во всех странах. Вот так вот. Видео нельзя смотреть и монетизировать. Но я скопировал на Яндекс.Диск копию. Так что можно будет посмотреть. Ссылки будут внизу. Так что смотрите, отдыхайте, вспоминайте молодость.